Всем привет, друзья, и добро пожаловать на канал «Тапки с пробегом». Вот такая вот Honda в белом свете, с дефлектором капота. Хорошенький автомобиль со светлым салоном. Литые диски, мультируль. Внутри вообще все чистенько, грамотно. Хороший автомобиль по стоимости 7700. Объем у нее 2,4. 2007 года. Приятный автомобиль. 17 диски, хорошие стоят шины. Рядом стоит вот такая вот Honda. Тоже автомобиль в белом цвете, на литых дисках. 2000 года, 2,3 на автоматической коробке передач, 5 100 000 по стоимости, газ-бензин. По кузову ровненько. Правый руль. Здесь у нас Mercedes стоит. Mercedes хороший. По крайней мере, объем у него 1,6 на автоматической коробке передач. Это А160, 2 600 000 по стоимости. В серебристом цвете. Так, здесь вот такая вот Toyota стоит. Целый дом. 4 150 000 по стоимости. 97 года. 2,7 на автоматической коробке передач. Так, Camry, к сожалению, ценника нету. С омывателями фар, на литых дисках. Тканевый салон, тоже хороший автомобиль. Камера заднего вида присутствует. Вот такая вот у нас стоит. Сороковка. О, один хозяин, 2010 года, 2,5 на автоматической коробке передач. 7 800 000 по стоимости на кожаном салоне. Здорово смотрится. Так, Hyundai, к сожалению, ценника нету. В черном цвете. Здесь у нас Subaru Outback. Универсал. 98 года, 2,5 на автоматической коробке передач. 2 600 000 по стоимости. Давай, я расскажу. Давайте. Объем? 2-литровый. Год? 18-й год. 18-й год. А цена? 7 500 000 по стоимости. Вот такой вот Hyundai. Хорошенький автомобиль. Мультируль, автоматическая коробка передач, кондиционер. Все чистенько, все хорошо. Хорошенький, надежный автомобиль. Где у вас регистрация? Тапки с пробегом, канал называется. Как? Тапки с пробегом. Тапки с пробегом. Автомобиль на железках, с колпаками, хорошая стоит резина. Элантра. Элантра хороший автомобиль. Свежедоставленный. Свежедоставленный, говорят. Телефон можно ваш? Продиктуйте. 705-308-95-00. Звоните, кому понравится данный автомобиль. Спасибо. Ага. Так, Subaru я только что показал. Вот такой вот Hyundai стоит в серебристом цвете. Тут Sonata, ну, тоже классный автомобиль, 2019 года, 2,4, 10 000 000 по стоимости. Здесь у нас Marin. Автомобиль у нас 2008 года, 4,7 на автоматической коробке передач, 7 000 000 по стоимости. Что говорите? 221, да. Хорошенькие. Тоже спрашивают в комментариях, говорят, поснимай Мерсы. Nexon резина стоит. Да, тачка супер. Вот такая вот Kia. Kia. Цена какая у нее? 9 000 000. 9 000 000 по стоимости. А объем? 2,4. Телефон продиктуйте. 705-308-95-00. Кому понравится данный автомобиль, звоните. Автомобиль без турбины. Свежедоставленный. Свежедоставленный. На кожаном светлом салоне.
2018 год. 2018 года данный автомобиль. Спасибо. С пробегом. Да, не самый. Снимешь? Обязательно, я сейчас вот так и назад пойду. Так, вот такой вот Hyundai. 2007 года, 1.6 на автоматической коробке передач. 3 миллиона 600 по стоимости. Друзья, вы все у меня говорите, чтобы я на ценники заострял внимание, чтобы телефон было подольше видно. Ну, пару секунд буду задерживать. Вот такой вот Gates на литых дисках с ветровиками. Вот такая вот Honda стоит. 3 миллиона 950 тысяч по стоимости. Автомобиль у нас 2002 года. Торг присутствует. Здравствуйте. Телефон продиктуйте ваш. 8708. 171. 29. 29. 84. 84. Телефон владельца. Кому понравится данный автомобиль, можете позвонить на кожаном салоне. Так, вот такой вот Subaru стоит. Блин, симпатяшный. Диски. Triangle резина стоит. Конкретно не из дешевых. Автомобиль у нас 97 года. 4 миллиона по стоимости. 2.5 на автоматической коробке передач. Сидушки вообще обалденные просто. Вы только посмотрите внутри, какие ковши стоят. Правый руль, автоматическая коробка передач. Да, диски грамотные. 17. Мне бы такие диски на свою поставить. Классный, классный. Карбон, все дела. Ну, видно, за машинкой смотрят, ухаживают. Так, здесь вот такая он стоит. Ну, это целый дом. Автомобиль вообще обалденный. Левый руль. 5 миллионов 700 по стоимости. 2005 года. 2.4. Переднеприводный. Хорошенькая Toyota. Альпхарт. Ну да. Здорово. Классный, классный. Так, вот такая вот Camry. 5 миллионов 800 по стоимости. 2004 года. Вру. Нет, 2.4 на автоматической коробке передач. Кожаный салон, вообще здорово. Так, вот такая вот Kia. Автомобиль с линзами, на литых дисках, 2019 год, 5 миллионов 700 по стоимости, газ, 33 800 километров пробега. Здравствуйте, не против, да? Это мое. А, все, ну я добавлю в ролик. Так, вот такой вот Volkswagen. Ну, Volkswagen тоже довольно-таки даже хороший, надежный автомобиль. 4 миллиона по стоимости, 2007 год, двухлитровый бензин. Он газ, бензин или просто бензин? Просто бензин. На бензине с кожаным салоном. Вот такая вот Kia, 6 миллионов 500 по стоимости. Автомобиль у нас тоже на литых дисках, в белом цвете. 2015 года, 1.6. На автоматической коробке передач. Так, можно вот так. Мультируль. Полный, да? Полный электропакет здесь у нас. Кондиционер. Все дела, тканевый салон. Ну, автомобиль довольно-таки даже хороший. Спасибо. Ну, такая вот Camry. Ну, Camry у нас любят. Автомобиль 2004 года, 2.4 на автоматической коробке передач, 4 миллиона 800. Здравствуйте. Тоже автомобиль на железках, с колпаками. Хорошие стоят шины. Так, Volkswagen. года, 2.8 на автоматической коробке передач, 3 миллиона 500 по стоимости, с люком, с тонировкой, на литых дисках. Вот такая вот Camry стоит. Так, 35-ка 2005 года, 2.4 на автоматической коробке передач, 4 миллиона 500 по стоимости. Мультируль. Ух ты, магнитофон классный стоит, кондиционер.
Вот Мерин. Посмотрели его. Ничего так по стоимости. По-моему, 5,5. 5 миллионов 500 по стоимости 2007 года. Автомобиль у нас 3-литровый на автоматической коробке передач. Кожаный такой серый салон у нее. Блин, ну она едет, наверное, 3 литра. Моя-то 2,5 гоняет. Тут 3 литра Мерин. Вообще, наверное, думаю, при разгоне офигенно жмет. Так, вот такая вот Kia, 2-литровая, 11 миллионов 800 по стоимости. Автомобиль у нас 2020 года. Вот такая вот она. Написано, самая полная комплектация у нее. Кожаный салон, мультируль, подогревы сидений, омыватели фар. Kia Cerato. Бесключевой доступ даже есть. Так, значит, омыватель фар приврал. С линзами. Блин, здорово смотрится. Так, вот такая вот машинка на киргизских номерах. 5 миллионов 850 тысяч по стоимости. 2010-2011 год. Это Toyota Estima. 175 тысяч километров пробега. 2,4. Вот так он смотрится внутри. Велюровый салон у нее. Toyota Estima. Ну, смотрится, конечно, грамотно. Вот такой вот Мерс. Ценника, к сожалению, нету. Сейчас спросим. Здравствуйте. Цену не подскажете? 4 миллиона 800 по стоимости. Вот такая вот Kia. Автомобиль у нас по стоимости 14 миллионов стоит 2020 года, 1,6 на автоматической коробке передач. Написано Т, скажите, Т это турбо или нет? Мультируль у нее, полный электропакет, климат-контроль, подогревы сидений. В общем, тачка нафаршированная, бесключевой доступ, все дела. Давайте внутри глянем. Так было интересно. Подошел, как будто с ключом. Здорово, здорово. Как тут все классно. Все чистенько, все грамотно. Блин, рычаг как в самолете. Здорово. Спасибо. Так, вот такая вот Kia у нас стоит в серебристом цвете. Тоже хорошенький автомобиль. 2010 года. Так, 7 миллионов 200 по стоимости. 2,2, автомобиль дизельный. Вот такой вот бумер стоит в черном цвете. Дерзкий тачка. 96 года, Ешка. 39528, 3 миллиона 700 по стоимости на автоматической коробке передач. Здравствуйте. Можно? Засниму? Давайте внутри ее глянем, посмотрим. Кожаный салон. Эвополики. Мультируль. Классно. Спасибо. Вот такой вот, ребят, бумер. Так, здесь у нас Toyota стоит. Так, это у нас полтинник в белом цвете. Грамотный автомобиль. 9 миллионов 600. Извиняюсь, 9 миллионов 600. 9 миллионов 600 по стоимости. 2012 год. 2,5. Кожаный салон на автоматической коробке передач. С омывателями фар. Здорово. Вот такая машинка стоит. На литых дисках в белом цвете. 2006 год. 3 миллиона 800 по стоимости. Здесь у нас Камри. Тридцатка. Так, Европейс 2,4. 2003 год. На автоматической коробке передач. 5 миллионов 200 по стоимости.
камера заднего вида присутствует. Вот такой вот Монтерик. К сожалению, ценника нету. Вот телефон владельца. Кому понравится, можете позвонить, узнать точную стоимость. Ну что, друзья, вот такие вот тачки, представленные на авторынке Барыс. Ставьте лайки, ну или дизлайки, если совсем все было хреново. А с вами был Влад и канал Тапки с пробегом. До новых встреч!